Берем обычную воду и доводим до кипения. Вот мы берем линь и в кипящую воду его. Буквально на пару секунд. Опа. И все. Вот окунули. Раз. И теперь на чистку. Берем следующий. Опять. Сейчас вода кипнет. Вот кипящая вода. Берем, окунаем его. Все. О, раз. Теперь линь чистится легко и быстро.